Так, приветствую, ребята. Вот тут есть у меня возможность разобрать этот легендарный Сурикум, который показывает постоянно КСВ-1. Значит, сейчас я его разберу. Болтики здесь вот такие. Для этого нужен такой вот отверточка. Здесь все. Так, здесь у нас болты откручиваются с этой стороны. Сейчас я разберу и уже покажу, что в середине находится. Так, снял я болты. Болтики выкрутил. Выкрутил болтики. Значит, смотрим. Опа. Итак, что мы видим? Видим мы батарейку, аккумулятор на 600. Сколько здесь? Литионовая. 3,7. Тип 14500. Trustfire. 900 миллиампер. 900 миллиампер. Сейчас сниму эту херобору, откручу, посмотрим, что здесь будет. Так вроде красиво сделано, но видите, толку никакого. Так, значит, снимаем эту всю штуку. Смотрим, что здесь мы видим. Ответвитель здесь. Ну, вроде как бы и симпатично. СВ-102, версия 24. Никаких вроде бы косяков нет, но по факту постоянно КСВ-1. Может, они его просто программно так засобачили, что это здесь постоянно единица. Сложно сказать. Вот. Короче. В общем, одни вопросы. Либо просто, может, его прошивать надо на другую прошивку. Но так-то внешне достаточно симпатично все. Вот. Вот такие вот потрошка в середине. Вот процессор STM8L151 какой-то стоит. Короче, так.